Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Соник Z2202. И сегодня мы опять поиграем в игру Черпашки Ниндзя. Легенды. Да, как вы видите, я тут уже немного вкачался. Тут дыра. Тут хрень. Тут фиг. Не, чё, можно попробовать тремя сыграть, кстати. Потому что это мне даст, но просто сыграем. Чтобы что-то было, то скучно немного. Всё, давай хула. Чё, Хан, молодец? А ты, Острозуб, что-то меня подвёл. Острозуб, мне кажется, ты что-то не хочешь мне говорить. Что ты такой ватник? Не понял. Острозуб! Ты сейчас ничего не сделает. Надо будет сразу брать провокацию на Острозуба. Получай. О, так у нас и на Хане, блин. Давайте провокацию возьмем. О, у них атака понижена, все, им хана. Давай, Хан. Ну, нормально. Ах ты хил, чертов. Карай, Катя, иди жить. Слышь, офигела. Я победил тебя, Карай. Леонардо Дони Карай. Фигай. Так, тут у меня... Нет, можно, конечно, попробовать. Блин, смотрите, тут у нас 15-17. Эй, а это разве не любимчик Шреддера? Вернее, любимица. Что она здесь делает? Спорю, что ничего хорошего. Думаешь, она меня помнит? Воины клана Фуд, в бой! А муж не надо. Может, без драки поживем. Понимаешь ли, драка это плохое. Драка это ничего хорошего. Драка это драка. А если драка, то это очень может быть плохо. Ведь ты можешь кого-то убить. А драка это драка. То есть, если это драка, то получается это драка. И драка это драка. Безумно можно быть первым. Ладно, без мемасиков. Берем сначала кропу, потом кулак сильный. 25 картошек. 17 дохлых мошек. Не понял. Ведро крови и фихтуды. А хапку дров и плов готов. Ты ж скотина такая. Блин, ребята, чувствую, Карай может у нас упасть. Блин! Чё ж я затупил Леони? Ладно, давайте вот так. Теперь вот так вот. Они... Фух, слава тебе, господи. Так, ребята. Добивай. Ах ты. Ах ты!
беру провокацию. Вот так делаю. Теперь под хил, чтоб карайка не сдохла. Ух ты. На. Алекаджи. Ой, сори. На. Ну нафиг. Ладно. Думаю, мы... Не понял. Эх, ну чё ты не повесил контратаку на себя? Эх ты. Так, ребята, подождите. Я вернулся, ребята. Как эти родственники меня задрали. Честно, вот не напились. И теперь мне, я не могу нормально видео записать. Так, крыс убьем. Сразу он сюрики. Еще такие. Че? Понятно, лагает. Что? Так, ребят, я сейчас быстро. Так вот воздействовался. Кого? Смотрите, у меня тут карая ватненькая. 16, когда Дон у меня 17, Лео тоже 17, Хан у меня вообще 18, а Острозубик у меня тоже 18. Так что давайте ватную нашу караечку вкачаем. Оу. Эти еще монтисы вкачаем. Не знаю, зачем я это сделала. Упыть. А, да, там же фигня уже. Там мы не пройдем. Ну, давайте попробуем. Похоже, ты заблудился, железяка. Это территория пурпурных драконов. Разворачивайся тогда. Тогда, может, целым уйдешь. Факт, что это территория пурпурных драконов, ошибочен. Все территории принадлежат Кредгам. Ха! Это мы еще посмотрим. Давайте, ребят, разберем их.
Сейчас вроде атаку вообще, да? А, нет. Что скоро сделать? Слышь, что ты там пытаешься сделать? Опа. Бета, а по мультфильму как? Пурпурные драконы же не были вместе с Шредером? Или были? Я не помню, если честно. По-моему, не были. Не. Опа. Хотя, смотрите, тут Ханстед с кланом Фуд, значит, он все-таки был с кланом Фуд. И с Шредером тоже. Ну, Хан ударит Хана, гениально. Что ты там пытаешься? Сделал. Да еще с Хана уберем. Опа. Вот так порежем. Кулачком. Ой, ноговый пороже. Это атака, значит, кулачком. Ну и Дон добьет, да? Эх, Дон! I'm dead! Умер. Я не удивлен. Мне кажется, рисковый. Ну, я рисковый. Мастер Шредер мертв? Они убили его? Нет, это существо не наш мастер, а всего лишь жалкий самозванец. Девчонка и черепаха наверняка что-то знают. Сбегай за Ксевером, песик. Пора и нам все выяснить. Вы ж помните, ребята, я думаю, все прекрасно помните. Если вы, конечно, мультфильм смотрели. А если вы не смотрели, то промотайте, вот что я сейчас говорю. Хотя мне кажется, что вообще все смотрели мультфильм. Так вот, по мультфильму у нас Брэдфорд, Крис наш, мутировал. Ну, они в драке, когда они сражались с черепашками, ну, короче, Брэдфорд и Ксевер, когда сражались с нашими любимцами черепашками, то, как я помню, они свалили на себя мутаген. Наши черепашки избежали, а вот Брэдфорд и Крис что-то не очень увернулись и попали под мутаген. И к северу у нас превратился в Саблезуба, а этот Брэдфорд превратился в Астрозуба. А потом Брэдфорд еще раз мутировал, как я помню, этого Рахзара, вот, да, Рахзара. О, контратаку боюсь. Не понял, там же были эти. Брэдфорд, Ксевер и этот. Тигриный коготь, а чё они тут? Прицелиться тут? Ой. Не понял. Ладно. Что ты такой слабый стал, Хан? Ой-ой-ой-ой!
Полаяли на них вот так вот пиццелицева нашего. Ну что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Ах ты, крысёныш. Давайте вот это. Крысёныш. Ну все, крыса. You know, lose. Say goodbye, блин. You know, lose. And so do I. You know, эй, таракан, терминатор. You know, lose. And so do I. Say goodbye. И теперь у нас под уклонением. Чё-то ты не уворачиваешься, друг. Опа. Я думаю, дальше мы не пройдем. Дон, чувствуешь запах? Ты про весь этот мусор, Маки? Да, канализация пахнет. Нет, не то, я про другой запах. Аромат пиццы! Ну, Майки наш, как всегда, про пиццу только думает. О! Вот это ща профляпаемся. Леонардо. Я не понял. С какого перепугу Карайка лучше, чем Хан? Так... Не понял. Так. Ладно, ребята, давайте, может, этого вкачаем? Ну, давайте. Что, будем что ли заканчивать на этом? Да, ребят, что тут у нас? Можно попробовать, в принципе. Попробуем дать. О, ну Фиола надо убирать, потому что он хил. Сразу подхилит. Вот этих надо еще убирать, потому что они свои бомбы кидают. Они все наши хорошие эффекты могут. Ты крысёныш. Хоть у меня и пониженная атака, тихона. Лови. Давайте быстрее бежим. Не знаю, давайте что ли этих опять бить. Обычно. Крэнгов. Теорь крэнгов вот этих летающих. Ну, это зря. Зря, друг ты. Ой, дружочки, пирожочки. Это вы зря, ребята. Так, ребят, смотрите. Берем сейчас на себя этот провокатор. Теперь бью вот этого дружка-пирожка. Бью вот этого дружка-пирожка. Теперь режем мозг. Не порезали мозг. Ладно. Что ты там делаешь? Не знаю, есть вообще... нормально схилять. Я думаю, не надо хилять. На тебе по мозгу.
Блин, ну я думаю, как-то где-то сложный режим сможем пройти кое-где. Давайте. Блин, правда, я сейчас получу керби, а керби мне не очень хочется получить. Ну ладно, давайте пока... Что-то медленнее у нас, ха? Ну ладно, по-моему, давай вот так вот порежем. Не знаю, надо вообще этого? На. Ну, эти палочки. Ну и что ты? Зачем? Мог же наорать. Давайте вы быстрее бежать будете. Молодцы. Давайте будем этих красеныш мелких раз метать. Опа! Молодец, хан! Вот это зря! Ребят, ну вот знаете, я что-то сейчас не понимаю, почему у меня Карайка лучше, чем Хан, но вообще Хан вы видели там с одного удара там фигась, фигась. Это сразу вот это вот, то еще защиту фульнет нам. Опа-на, сювики. Да, Брэдфорда бьем. Мне кажется, провокацию тут можно и не брать, да? Ну и что ты делаешь? Зря. Лакеджи. Шутыватник какой-то стал. Смотрите. Опа, палец. Ладно, порежем курточку ему. Давайте вот этого четырехрукового. Да что ты делаешь? Тебе ничего не поможет. Давайте пройдем. Ладно, вот так вот. Вот так вот. Не понял. Ребята, кстати, ну, по-моему, в мультфильме у нас Шреддер работал с Крэнгами. Да, ребят? И по мультфильму так было. Вроде бы. Я уже, понимаете, сам давно этот мультфильм не смотрел по Черепашкам-ниндзя. Но прохожу, ну там некоторые серии я еще смотрю. И прохождение Черепашек-ниндзя легенда я смотрю там. Например, от команды Дитол, от Рея Мир, как-то там я не помню. И от мобильной игры еще. Помню, как-то там Рей. Дальше не помню. Ты что подхилял себя? Ты Крэнк. Крэнксёныш. Разрывная. Ладно, давайте. А если вот так вот? Ну и не помню. Я уже шла сюда. Блин, брать проваку или нет? Давайте возьмем. Ну, тебе не жить, Стокмен. Давайте положим вот этих дружков-пирожков. На тебе. Кстати, ребят, ну это, кстати, тут странно, что Хан вместе с кланом Фуд, но он не с крэнгами. Ой, давай кулачком. Не знаю, мне кажется, лучше дальше не идти, а то у нас там уже бомбить будут, бомбать. Бомбить, бомбить, будут нас бомбить, бомбить и еще раз бомбить. Давайте посмотрим.
ради интереса. Давайте лучше оставим оба. Не. Ладно, давайте по. Что-то у нас. Ой-ой-ой. Давайте пройдем вот это. Вот этого вот. Дружка-пирожка. А, синий только скорблюху вешает. Нас, как и да. А вот так палочкой. По легким, а вот так. А вот так. Это сейчас оскорбление вызови, да? А я мог этого добить. Норман, как они там назывались, такие кренги. Давай, ханчик, добивное. Красава. Эту волну мы проходим. Теперь быстро бежим. Давайте, что ли, тут. Вот так. 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 Что-то делать буду, что-то там. Скорость. Ребят, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Скорость. Вот что он делает вообще скорость? Что она вообще делает тут? Вот что скоро сделает? Будем бить вот эту мисс мадемуазель мэм. То она опасна в Африке рабласна. Так, шуточку. Вот так вот. Терхилов, по-моему. Нам хана, тут все ходят, и эти двое сейчас подхилятся. Да не помогут те бомбы. Да хиляю же. Этого хил еще проработан хорошо, так что лучше вот это резать нам сейчас. Опа-на. От таких заявлений даже я в шоке. Ну и чё, только на одного. А вот так. Блин, ну ладно, мы тут... Давайте вот этого бить. Ну, они тут уже труп. О, давай кулачком. И по рожу. Все, это максимально пока, что мы можем пройти. Ой-ой-ой, тут у нас 30 минут уже будет видео идти. Ё-кароны. Давайте пройдем. Ненавижу этих черепах. Будь моя воля, раздавил бы их, как жуков. И скоро у тебя появится такая возможность. Смотри, они только что зашли в то здание. Это та же самая лука, где мы только что шедрались. Ну, слава богу, хотя бы не бомбочку. Давайте вот этого фигарить, эту бомбу запустить будет плохо. А нам хорошо, а бы его бомбануль. Теперь давай эти летяг бить. Ты чё живучий? Ты чё ты там делаешь? Ты понимаешь, что ты уже труп? Эх, а Лео мог добить его, да, ребят? Йо! Ох, а эти паукусы у нас. У них массово. Вот знаете, за что этих пауков, крэнгов ненавижу? Так за то, что у них есть массовая атака, и она еще что там что-то понижает. Еще нехилый такой урон наносит. Ну,
Со второй волной мы тоже на изи справляемся. Опа. Нет, ребят, мы даже не будем уже больше проходить, а то сами видите, сколько тут вол. Давайте бить вот эту опять мисс Мада. Давай, Хан, добей ее. Финиш хё, блин. Дайте угадаю. Сейчас эти крысы подхиляются. Колочком. Опа-на. Давайте бить крэнгов. Хоба. Не, вот это бить. Все. Ой, да бить. Ой, друг, это ты зря. Ладно, ребят, ну всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Соник. Мы должны найти Сплинтер раньше, чем Крэнги. А ты думаешь, Крэнги его еще не нашли? Ты не знаешь, сенсей, так как знаю я. Поверь мне. Ладно, ребят, ну а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Соник Z222. Всем удачи, всем пока-пока. И мы с вами увидимся, когда увидимся.